вот Серебрянское ущелье вроде бы листочки не все облетели. Если Кузнецов сейчас упадет, то немного еще осталось. Хотя, конечно, здорово, что мы съездили на Умыш, и вот это красно-желто-зеленый светофор, как я называю, засняли. Это здорово. Просто когда мы засняли, а потом еще я выкладывал, монтировал, эти образы в голове остаются, а образы достаточно красивые. Короче говоря, очень металлолом. Образы достаточно красивые, и поэтому красота спасет мир.